И снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в очень темном и страшном месте. Это, скажем так, учебный центр одного из институтов. Где проводят опыты. Какие именно опыты? Ну, вы сейчас удивитесь. Пожалуйста. Видите, какие здесь опыты проводятся. Но, скажем так, генетические опыты над иммунной системой мышей. Вот тут и человека в том числе есть. Разные препараты. Темно, никого нет. Ай, тихо. Угу. Вот здесь вот интересный кабинетик. Значит, компьютер и лазерная установка. Вот она. Для опытов надо там разные жидкости. То есть вот так называется установка. Здесь, значит, лазерным лучом подвергает воздействию разные пробирки, разные образцы. Вот, ну, кровь и все остальное, и проверяет, как воздействует. Вот. Да, вот здесь еще кабинеты. Здесь все как бы закрыто пока. Я сюда попал просто по знакомству, скажем так. ДНК видно. Ну вот, видите, начались. P2 ребра. То есть второй уровень опасности. Биологическое заражение. То есть может быть там, ну то есть вирусы там могут находиться в этом кабинете. Поэтому если вдруг что, ну на третьем этаже тут вообще мрак. Колбы. Колбы с жидким азотом. Лаборатории. Вообще здесь снимать нельзя, поэтому я тут осторожно иду. Вот еще один знак, тоже лаборатория. Thank you.
здесь видно тоже. Воздействие разных вирусов и тому подобное. Инхибиторс какой-то, ну, инхибиторы какие-то, не знаю. Я не шарю в этом особо. Видно, да, тут эти разные оборудования. Вот система сканирования. Вот. Проверяется давление. Вот название университета. Туинг университет. Можете видеть, здесь лаборатория проводит испытания здесь. Ладно, трогать ничего не будем, чтобы не нарушить никакие процессы. Жутковатое место. Есть еще четвертый этаж, но там особо ничего нету. Вот такой вот университет. Проводится опыт в генной инженерии на иммунитете. Разные препараты, лекарства и тому подобное испытывают на животных. И потом тестируют образцы. Ну что, хороший университет. Медицинский факультет, скажем так. Ну все, всем до связи. Будет еще что интересно, обязательно включу.